Хорошие новости для вас. Вы просили, мы добавили. Телефонные звонки клиентам и отправленные СМС теперь можно увидеть в живой ленте. Открыв карточку заказа, вы видите не только изменения статусов и комментарии сотрудников, но и полный таймлайн событий по определенному заказу. Если интеграция с вашим провайдером предусматривает прослушивание звонков, вы можете сделать это прямо из заказа, нажав на иконку Play в живой ленте. Знаю, что вы думаете. Тут и так много информации, живая лента будет перегружена информацией. Но и этот вопрос мы решили. При клике на текст комментария в живой ленте вы фильтруете их по типу. Например, кликнув на текст, что был написан сотрудником, мы фильтруем все написанные вручную комментарии. Как видим, они синие. Кликнув еще раз, мы отменяем действие. Можем фильтровать по любому параметру. Статусу, комментариям, совершенным звонкам и так далее. Упростили редактор печатных документов. Он стал проще, симпатичнее и функциональнее. Создавать документы или редактировать существующие теперь проще благодаря возможности изменять междустрочный интервал текста. Улучшили работу с категориями. Добавили возможность удалять категории, не открывая ее карточки. При наведении появляется красный крестик, нажав на который категория удаляется. И это еще не все. Сейчас вы можете выделить несколько категорий, удерживая клавишу Ctrl, работая на базе Windows или Command при работе на устройствах на базе Macintosh. Перемещать категории стало еще удобнее благодаря этому массовому выбору позиций. Структурировали карточку сотрудника. При создании вы вводите только главную информацию. Управление доступом, настройки способа начисления зарплат и настройки уведомлений теперь разбиты на подменю. Внимание! При удалении сотрудника вы удаляете его из всех фильтров. В заказах удаленный сотрудник останется, но сформировать отчет или отфильтровать позиции по удаленному сотруднику невозможно. В случае, если есть необходимость оставить сотрудника в фильтрах и отчетах, рекомендуем снять активность пользователя, нажав сюда. Так сотрудник не будет иметь доступа к системе, но останется в отчетах. Добавили возможность создавать собственные шаблоны сообщений для виджета «Отзыв о работе сотрудника». Перейдите в меню «Еще», «Настройки», «СМС», «Шаблоны для отправки». Там выберите «Добавить шаблон». Тип укажите «Отзыв о работе сотрудника». По умолчанию стоит шаблон транслитом, который умещается в одно СМС. Важно, если вы создадите собственный шаблон больше 74 символов, тогда стоимость этого сообщения будет больше. И самая важная новость. Сделали полноценную мобильную версию. Упростили интерфейс всех меню под мобильные устройства. Мы убрали лишние, ненужные поля для мобильной версии, оставили только важные пункты и кнопки. Теперь работать удобнее из любого мобильного устройства. Все структурировано и упрощено. Выездные мастера могут на раз-два создать заказы клиента и обработать его по необходимости. Руководитель даже в отпуске может проверить, как работают сотрудники, посмотреть отчеты или проверить статус определенного заказа. Вы можете вынести иконку сайта на рабочий стол вашего мобильного устройства, выбрав в настройках сайта «Добавить на рабочий стол». Название команды может отличаться в зависимости от вашего мобильного устройства. Таким образом, у вас получается упрощенное мобильное приложение.